Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. А сейчас реклама. Ну а перед началом нашего с вами видео, подпишитесь на канал iStick. Очень круто снимают, классные видосики. Ссылочка на него будет в описании. Обязательно подписывайтесь, только с колокольчиком. Ну а мы переходим к видеоролику. Ну что же, ребята, всем привет, вы на канале Дэн Плей, и сегодня мы с вами поиграем в игру Brawl Stars. Ну, как всегда, короче, мы с вами играем в игру Brawl Stars. 24700. Это не самая главная тема ролика, мы сегодня с вами, конечно же, откроем Brawl Pass. Я поднакопил 2 мегаящика, также 3 эмоции новых. Не знаю, какие они редкости. Короче, сейчас откроем, посмотрим, что нам выпадет, и пойдем... Сыграем на ПЭМ. Конечно же, я не знаю, апну я на 750 за этот видеоролик или нет. Ну, короче, посмотрим, ребята. Будем апать в ШД. Осталось сколько дней? Осталось, ребята, 3 дня и 17 часов. Все возможно, но правда только, блин, у меня все на 700+. Ну, пару персов, вот эти вот 3 персонажа, которых я в ШД не могу, к сожалению, апнуть. Потому что ни одной карты не было для этих персонажей. А Джин надо... В парном столкновении с хорошей Шелли. Но я играл с парой человек там. Короче, сливали. Ну, неважно. Я апну, ребята. Я 25 тысяч постараюсь всеми силами взять в этом сезоне. Следите за каналом, подпишитесь, нажмите на колокольчик и обязательно поставьте лайкосик. Ну что же, давайте. Заберем сначала 20 гемасов. Это как бы очень круто. В данный момент гемы дефицит считается. Ну, как бы, серьезно, получать гемы с ящиков невозможно, только проходить Brawl Pass нужно. У нас 70 гемов, я, конечно же, могу купить тропического спраута, которого я очень хочу. Но я подсчитал уже, что если я... Ну, короче, потом объясню. Короче, я смогу купить следующий Brawl Pass сезон, и после того, что будет, еще один. Мне надо всего лишь задонатить, ну, какую-то акцию там небольшую. Кстати, вы видели новый код? Новый код 777. Это какой-то китаец или кто, я не знаю. Вообще, блин, с этими китайцами не очень круто. Серьезно, ребята. Давайте вот такой вот наш код введем скилловика. Ну, короче, с китайцами вот это вообще проблема, блин. Запускают скин новый именно для Китая. И им дадут, им гарантированно дадут... скин на быка и также скин на Шелли. Шелли, звездная Шелли. Я не понимаю, почему нам этот скин давали, вот, к примеру, до 2019 года. А за что им дадут этот скин? Им дадут, блин, скин на Джесси Дракон. Ну, а есть, конечно же, способ получить этот скин, но, блин, я не буду это делать, потому что... Вряд ли Supercell просто так, как бы, это разрешат сделать. Я, конечно же, думаю, что этот будет рабочий способ. Ну, короче, с VPN-ом там, типа, получить как-то возможность до китайцев подключиться. Я, конечно же, не умею до Китая там подключаться, но, короче, можно это сделать. Но, возможно, получить бан на свой аккаунт навсегда. А я этого не буду делать, потому что у меня есть скин на Джесси... кто? Какой? Летняя Джесси, и также я дам некоторый спойлер, ну, короче, возможно, куплю за 10 тысяч на Джесси прям топовый скин. На Пенни я не хочу, потому что у меня есть обычная зайка Пенни. Я думал копить на золотого ворона, но... или на Бо. Но это нужно очень много времени играть, но я не хочу так потеть. Хочу купить красивый скин, но чтобы и недорого было. Давайте эмоцию потом откроем. Сейчас давайте вот эти вот Big Box, ящик маленький. О, что? Есть, ребята, есть, я это сделал. Фу, что, блин? Я сейчас буду плакать, блин. Класс. Я даже не думал, что мне выпадет Макс. Я блин, капец. Это все код! Это все код, ребята! Вводите код ММА. Еще и пропиарил код. Класс! Да серьезно, блин, Макс! Ой, я случайно скипнул.
Извиняюсь, если... Вау! Блин! Вот это денёк! Ребята, я 100% апаю 25 тысяч на новом бойце. Я фиею, ребята. Блин, ну я не ожидал. С маленького Карл ящика. С маленького. Ты просто шаришь? У меня недавно Гейл выпал. Уже придется менять иконку на Макса. Класс, давайте вот такую вот красненькую поставим. Не, давайте не красненькую, давайте... Давайте вот такую вот посветлее немножко. Я просто в шоке, ребята. Вот это видос. Я, если честно, у меня были мысли копить дальше Бравл Пассы аж до вот этого вот эмоции. До 50-го, чтобы 2 мега ящика получить, короче, вот такого. Ну, блин, ну терпение не выдержало и, ну, короче, захотелось мне открыть. Не зря, ребята, не зря. Макс. Вы понимаете, запись идет, я просто орну, если не будет. Подожди. Так, есть. Запись идет. И, кстати, блин, учителя присылают всякую фигню, блин, уже конец года, а они все шлют и шлют, блин. Я просто в шоке. Макс. Девчонка, блин, как ты мне выпала. А я, ребята, знаете что, вот я вчера там вот так просматривал, там, кого мне апать на 750, кого там этот... Ну, блин, смотрю же, Макса нету. Кстати, у меня нету уже внизу. Вау, блин. Мифический. И смотрите просто, посмотрите, как самый настоящий донатер. По нулям. Все по нулям, по бойцам. Ну, конечно же, не фуловый у меня ак, потому что звездных сил нету. Ребята, говорю, это все код ММА. Я, блин... С тем кодом 777, я его ввел, короче, ради прикола. И забыл, блин, поменять, а даже и про него забыл, блин. Какого-то китайца или кого там, блин. Этот код того, кто ведет радиострим. Я думаю, его все шарят, потому что это сейчас очень хайпово. Я даже не буду снимать об этом видосик, потому что все уже об этом знают. Ну и плюс, вы уже знаете всю инфу, надеюсь. Короче, ребята, ролик будет реально длинным. Я вот серьезно хочу все высказать, то, что хочу. Блин. Короче, вот вчера я просматривал, кого мне на 700. Кстати, я Гейла апнул на 700. Было довольно-таки изично, с командой там легко. И я просматриваю такой, думаю, Макс. Да думаю, почему ты мне не падаешь? Я, блин, всегда, мне она... Вот, к примеру, вышел Спраут. У меня не было Макс и Спраута. И мне выпадает Спраут, новый боец. Не было у меня, помню, Мистера Пи, Макса, Сэнди. И мне за один день, помню, Сэнди и Мистер Пи выпал. Видосики есть, ребята. Ну, не знаю, ссылочку буду оставлять или нет. Полистайте вниз или же оставлю. Ну, короче, как кто хочет. Несложно найти, там называется видосик... Да не помню уже, короче. И я такой думаю, блин, какое-то проклятие на Макс, никогда мне она не выпадет. И тут такой бац, бабах, просто вау. Просто, я не могу представить, как это возможно. Давайте эмоцию заберем. О, кстати, 70, кстати, я его сейчас прокачаю, точнее ее. Круто. Еще 2 мегаящика, 100 очков есть. Мы сейчас прокачаем Макс где-то на 4-ю силу, думаю точно. Давайте заберем эмоцию. Гейл. Какая-то эмоция странная, вроде она обычная какая-то. Прям совсем обычная. Биг боксик. Ухо, Макс. Блин, это жестко. Плачущий Гейл. А тоже обычная эмоция. Короче, плачет наш Гейл с вами. Кстати, там вот эта прикольная эмоция с сердечком. Давайте сначала нижнюю откроем. Вау. И 149... Ой, точнее, просто очков силы. Круто. С маленького ящика. Ну ты прикидываешь, блин. С маленького. Где ты, маленький мой ящик? Вот с этого вот ящика. Вот, 36-й. С маленького ящика обычного Бравл Бокса выпадает Макс. Фух. Я не могу, ребята. Просто ор выше гор. Так, давайте мега ящик откроем. 2 предмета!
А, ну блин, почему я радуюсь? Потому что это 100% гаджет или пассивка. Если гаджет, то, пожалуйста, на ворона или на джина. Если пассивка, то, пожалуйста, медовую броню на би, короче, пчелку. Или же пассивку хочу на биби, скорость. Давайте. Макс и моргающий у нас предмет. Круто, круто, круто. Гаджет на Пайпер. Вау, кстати, у меня Пайпер не прокачанная на 700. Ну зачем мне ее сейчас на 700 апать, если я Макса на изи... Макс на изи апну, ну, на 300 кубков за день я ее точно апну, ребята. Ждите, скоро видос будет 25к кубасов. Вау, круто, кстати, смотрится. Давайте Гейла. И это у нас синяя, точнее, какая-то сверхредкая. Прикольно, прикольно, прикольно. И давайте 100 очков забираем же, понятно, на кого. На Макс. Вау, я просто в шоке, ребята. Давайте прокачаем где-то ее. Насколько мы прокачаем, я не знаю. Так, давай. Пум, 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 пум. И еще и пум. Офигеть, на 7-ю сразу. Ну как так можно, блин? Сразу гаджет доступен. Это просто жесть. Давайте на Пайперу так, чтобы не отвлекало. Фу. Это серьезно жестко. Это серьезно жестко, блин. Почему мне так везет? Странно, ребята. Странно, очень странно. Ух, я просто в шоке. А давайте ради интереса сыграем одну каточку на Максе. И на Макс, точнее. Ну, она же девочка. Давайте одну каточку, а потом на Пэм сыграем, чтобы видеоролик был немножко бомбящим. Потому что на 700+ играть не так уж легко. Вау. Я так ее хотел. Блин, 3 на 3 топ просто. Что-то я не попадаю. 3 заряда у нее. Иди ты, Нита. Блин, как-то непривычно совсем играть с таким... С такой механикой совсем. Совсем непривычно. Она быстро передвигается. И плюс я не играл на Макс ни разу. Ни на каком аккаунте у меня нету Макс. Ни у друга, нигде я не играл. Что? 3 бойца осталось? Серьезно? Как вы все пересдыхали, я не понимаю. Ребята, просто мне очень повезло. Надеюсь, вам тоже повезет так же само. Вот я серьезно, это никакая не постанова, блин. На видос выпало. Блин, я в шоке. Вот это шок-контент. Класс. Фух-фух-фух. Где ты прячешься? Блин, гад такой. Не тяни время, я тебя все равно побью. Давай, где ты там? Блин, ну вот это ненавижу, когда вот это на маленьких кубках, вот это искать вот этого второго, который сядет в кустике, блин, и будет сидеть до конца катки, блин, до конца арены, когда яд уже будет давить слишком близко. Ну где ты? Опа, нашелся, китаец. Блин. Ну что же, давайте. Ну что же, иди сюда. Или не китаец, я не знаю, короче, что это за иероглифы. О, уйди отсюда. Китаец, уйди нафиг. Все, молодец. Да нет, это не китаец или китаец. Я фиг знает, если честно. Я китайский не учу, слава богу, потому что... ну, это не особо легко. По сравнению с, там, с английским и немецким. Так, круто. Ладно, не буду писать в чат клана... Макс! Как это все пишут, когда там, например, выпал что-то, то они там орут, короче, на весь клан. А теперь давайте, ребята, по хардкору. Ну, изи-изи. Смотреть, как я играю на таких кубасиках, не особо интересно. Давайте на Пэм. Заодно я Пэм хочу на 750. Просто на 750, чтобы был зелененький ранг. Плюс Пэм не тяжело апать, если честно. И, как бы, ну, вы сами понимаете... Пэм это более такой боец, который не особо популярен. Ну, как бы, не особо, как бы сказать, блин. Ну, про него, можно сказать, многие забыли и считают его не особо имбой. Ой, кстати, я забыл, что я играю на маленьких кубках. Здесь надо тимиться. Ой, точнее, на высоких кубках. Здесь без тиминга ты просто труп. Серьезно. Ну, да, это помойка, я понимаю, блин. Но мне что-то... Мне всегда везет в ШД на 700+.
Ну, Бугу, ты же давай не будешь подходить ко мне, как бы ты должен понимать то, что я на такое не подписывался, чтобы ты стоял возле меня в кустиках. Ну, давай я тебе ульт набью, братан. Давай ульт набью. Пожалуйста. Типа я ульт набиваю, но на самом деле буду тебя немножко в ребрышко подбивать. Давай. Ну, давай, мы с тобой в тиме, бро. Ну, понимаешь, за БК такой. Блин, еще и хочешь, чтобы я, подходил к нему. Сейчас карта сузится, и мне кажется, что мне придет хана. Пэм! Сестренка, привет! Сестренка, сестра. Пошел ты, бык, отсюда. Давай, иди, быкуй отсюда. Пошел. Вот так вот, да, такой вот тиминг. Вот найти надо нормального себе тиммейта одного. И с этим тиммейтом одним нужно до конца проходить. Ага, иди, давай, еще давай. Опа. Мертвечина. Он что, покашет? А ну давай, иди сюда. Мартяга, давай. Лалью такой, давай его. Все, замочили лалью. И так, Пэм, ты же сейчас не собираешься меня там как-то пытаться закрысить? Опа. А не, я думал, что она сейчас пойдет меня бить. Так, давай, бык, давай, выходи, давай. Что, фкашишь? Интернет залагал? Понятно. Давай, на, убейся. Да, молодец, давай, пэм, мы в тиме, я случайно. Мартягу надо выносить. Блин, у нее сейчас бусты будут, я хочу первое место. Так, окей, я сейчас займу первое место, я возьму первое место, давай. Да, ребят, первое место на 700+. Круто. Предлагаю еще одну карточку. Вдруг получится еще нормально затащить. И пойдем, ребята, еще потом сыграем карточку. И на 750 за видос апнем. Крейзи просто. Давайте. Фармим бусты. Крутое место. Вот это я люблю, где две баночки на этой карте. Просто серьезно, очень круто. Леон. Здрасте. Давай затянемся, что ли. Ты меня не успеешь загасить. В принципе, Пэм тебя... не на изи, но вынесет, я думаю. Плюс с хилкой ты труп. Ну, мы с тобой в тиме, да? Ты не покрутился, но я не понимаю. А, понятно, Леончик, я понял. Я понял твой настрой. Ты не хочешь тимиться. Ты хочешь слиться, да? Ну, давай, я тебе помогу. Ну, а что же ты не тимися, давай. 700+, давай, тимиться. О, Леон крутится. Опа. Вот эти рывочки такие. Вот эти я так люблю, делать. Особенно на Сэнди так прикольно. Она двигается, рывочками такими. Опа. Лучше не буду палиться, потому что вряд ли он со мной затимится. Блин. Что же мне делать? Так, тихо. Опа. Ты что, ворон? Ты меня тут решил спалить? А ну-ка, иди в баню. Блин, я, к сожалению, сейчас покину чат. А ну-ка, давай. Нет, не попал. Ну. Пожалуйста, пятое место. К сожалению, у меня остановилась запись. Я, конечно же, не заметил, но у меня та запись, где, например, Пэм я слил, на шестое место, у меня остановилась. И, пропала запись, пропала сама концовочка. Ну, теперь попрощаться стоит. Я, конечно же, за кадром поиграл немножко на Макс. Очень крутая. Просто неимоверная имба. В 3 на 3 в Brawl Ball с хорошей тимой. Просто жесть. Ну что же, ребята, давайте. Ждем 25к. Надеюсь, вы ждете. Я тоже жду. Все, ребята. Всем удачи. Всем хорошего настроения. И всем пока.